Десятки именитых бобруйских боксеров своими кулаками прославляли наш город на республиканской и международной арене, будь то профессиональный или любительский ринг. Воспитывает спортсменов на протяжении долгих лет Олег Коряков. Тренер уверен, без боевой практики и спаррингов невозможно добиваться серьезных результатов. Российская школа, она сильная очень всегда, поэтому провести такой бои с сильными боксерами для нас очень полезно в плане развития. Уже 5 лет боксеры из Москвы приезжают тренироваться в Бобруйское училище Олимпийского резерва. Здесь признаются, особая атмосфера, оттого и задачи амбициозные. Во-первых, повысить мастерство, попробовать те навыки, которые приводят спортсменам, с противниками, которых они не знают. Во-вторых, это как бы международные встречи, то есть они как бы готовятся психологически, что они потом будут боксировать на международных соревнованиях. Впервые в Бобруйск приехала вице-чемпионка всероссийского первенства по боксу и она же чемпионка мира по кикбоксингу Любовь Макеева. Девушка высоко оценила уровень сборов и местных спортсменов. Спортсмены здесь очень хорошие, их умения, их старания, они пригодятся в жизни. Опыт, который я наберусь от них, поможет мне в дальнейшем в моей спортивной карьере. В сборной Бобруйска талантом и мастерством выделяется Витас Горцуев. 13-летний спортсмен провел уже 46 боев, 42 из которых завершились его победой. В ближайших планах международный турнир в Украине, а это дружеский спарринг с российским боксером лучше всего подходит для подготовки к ответственному старту. Научился контратаковать, научился хорошо передвигаться в стойке, думать головой. Бокс объединяет людей разных взглядов и интересов, помогает обрести новых друзей и узнать, на что ты способен. Такого мнения придерживается музыкант Виталий Гордей. Он знаком с мужским видом спорта с самого детства. Все знают, что такая была похожая встреча в Москве, товарищеская. И на самом деле только благодаря таким встречам боксер может развиваться, он может для себя какие-то открывать новые аспекты в этом спорте. Поэтому здорово, что проходят такие встречи, и очень приятно, что это именно Москва-Бобруйск, то есть столица России и наша такая тоже небольшая столица Беларуси. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.